Всем привет! Вы на канале Вышивка Плюс. Посмотрите, какая огроменная посылища ко мне приехала. Это подарок от моей подписчицы из Москвы, от Кати. Я в шоке, такая огромная посылка. Ой, девчонки! Хорошо, Катя оформила доставку, я и не ожидала, принесли ее домой. Эту посылку не пришлось ее тащить. Руки чешутся быстрее вскрыть. Сейчас мы посмотрим с вами, что же Катя мне прислала. Речек, не лезь, нос не суй. Сейчас папа стоит. Вау! Что это такое красивое? Сколько много всего. Сумочка в сумочке. Боже, Мурзилка. Это Мурзилка. Тимур, помнишь, я в Леонардо вот все на этот набор смотрела? Возьму, положу. Помнишь? Мурзилка у нас теперь есть. Речек, смотри. Не только тебя вышивать буду, но еще и Мурзилку. Обалденный наборчик. Мне так он нравится. Такой вот наборчик. 24×32. Здесь еще один наборчик. Подсолнухи. Подсолнухи. У меня такого нет наборчика. Катюша угадала. У меня канал садово-огородный. Называется «Солнечный цветок». У нас в области много подсолнухов растет. И я обожаю эти цветочки. Они красивые. Я и на даче всегда сажаю подсолнухи. У меня уже взошли. Спасибо большое, Катюш. Обалденный. Люблю чудесную иглу и панну. Так, кто это пришел к нам? Смотри, Мурзилка. Что здесь такое? Лезут быстрее, быстрее. Быстрее, быстрее. Сейчас Алинка придет. Алинка еще не видела. Сейчас Алинка придет. Так, что-то здесь еще. Еженедельник для учета записи всех процессов вышивки. Я уже который год хочу записывать то, что я навышивала. Каждый раз даю обещание, что я это обязательно сделаю. Ой, какие красивые цветочки. Очень красивый дневник. Классно. Спасибо большое. Сумочка мне пригодится для хранения процессов. Все пойдет в дело. Пряжа для Алинки. Ой, а там еще пряжа. Сейчас Алинка из ванной выйдет. Скажет, ты что меня не дождалась? Без меня открываешь. Мы сегодня на рыбалке были. С Тимуром ездили. На канал «Жили-были» выложу влог. Ну, когда вы это видео будете смотреть, влог уже будет выложен. Ссылки под видео на мои каналы. Ты словно радуга в дождливый серый день. Интересная открыточка такая. Своей улыбкой прогоняешь грусть и тень. Спасибо большое, Катюш. А это, девочки, я уже знаю, что это такое. Катя мне сказала, что хочет мне прислать самовар. Чтобы на канале «Жили-были» у меня возобновилась рубрика «У самовара». О, еще банка. Еще банка. Еще баночка. Чай. Чай. Когда поставим самовар, сразу будем пить чай. Банка классная. Банка тоже пригодится. Надеюсь, все рукодельницы любят вот такие вот баночки. В них можно что-то хранить. Всегда найдем, что положить в эту банку. Классная. Не только классный чай, но еще и классная банка. Что, Тимур? Дробь даже можно хранить, Тимур сказал. Ну ладно. Может, я тебе и подарю ее для дроби. Дробь можно, говорит, хранить. Вот так. Видите, у нас и банки на расхват. Ого! А это что такое? Интересно. А это что такое? Это, наверное, кант?
Это трикотажный кант. Целый рулон. Ничего себе. Или что это? Или это для вязания? Надо спросить у Кати, что это такое. Я вообще первый раз вижу. Первый раз вижу, что это. Я не поняла, что это такое. Раньше я только видела в таких рулонах кант, но он был уже. Может быть, это для вязания? Интересно, сколько сейчас всего нового, я и не в курсе. Сейчас Алинка придет, ее послушаем. Догадки, что это такое, знает она или нет. Так, вот такая пряжа. Пряжа карамелька. Карамелька. А та детская пряжа. Тут детская пряжа. Красивый цвет такой нежный. Детская новинка. Сейчас Алинка обрадуется. Она столько игрушек вяжет. Так быстро у нее пряжа уходит. Это акрил. И вот такая еще красивая. Здорово. Ой, тут еще что-то. Сладости. Наши любимые сладости. Вау. Это печеньки. Ассорти. Коллекция сдобного печенья. Как красиво упаковано. С разными начинками. Здорово. Тимур, завтра на рыбалку поедем. Будем чай там пить. Смотри, с какими печеньками. Не просто так поедем на рыбалку. Как на праздник, а? Сейчас попьем за корзиночку. Сейчас еще попьем. А, еще сейчас попьем, да. Мы сегодня не заехали в магазин и ничего к чаю не купили. Допоздна были на рыбалке. Вау, сколько еще сладостей. Это Алинкин любимый шоколад. Карамель арахис. Арахис и кукурузные хлопья молочные. С кукурузными мы еще не ели. Молочный шоколад это я люблю. Милка и Дав, мой самый любимый шоколад. Ого, сколько шоколада. Обалдеть. Обалдеть. И весь молочный. Я уже вижу, что Катя очень внимательно смотрит мой канал. Я уже где-то говорила, что я люблю именно молочный шоколад. Спасибо большое, Катюш. Обалдеть. Еще пряжи. Еще пряжа карамелька. Ну, идем, Тимур. Что тут распаковывай? Ого! Ричи! Никак не доберемся мы до самовара, сколько здесь подарков. Что это? Ты смотри, вот это он любит, уши. Это уши, наверное? Ушки кроличьи с мясом утки. Мы ему просто брали как-то раз ушки, а с мясом не брали. Ой-ой-ой, что тебе, Ричик. Ты посмотри, мальчик мой. Тебе тоже подарки. Что такое? Спасибо скажи. Спасибо скажи, мальчик мой. Ну, Тимур, дай ему. Ну, что он так откусил? Дал ему? Ага, Мурзилка отбирает, смотри, смотри. А Мурзилки тоже. Мурзилка. Ну-ка, открой ей. И смотри, тебе тоже. Идем. Сушеная утка. Вот это он любит. Да, да, да. Ой, скорей, скорей, папа. Папа, скорей. Что это? Ой, боже мой, скорей, скорей. Мы тут разложили уже. Разложили все. Так, пакетик мне не по мне. Ну, моя сладкая, ну. Ну, моя хорошая. Это не тебе. Уйди. Это не тебе, Ричка. На, мама. Уйди, ты все жрешь. Как пылесос. Все собираешь. Тебе все надо. На, мою девочку. На, моя хорошая. Ну, идем сюда. Идем тоже сюда. Да. Мурзилка, ты видела, какой наборчик? Там ты, Мурзилка. Это не тебе, уйди. Ага. Сейчас займу даст. Мордам. Видишь, Алин,
А ты посмотри, сколько шоколада. И твой любимый. Это от Кати из Москвы. От нашей зрительницы. Смотри, печенье какие. Красавица. Ой, Адалин, мне как раз такая правда нравится. Такую буду покупать себе. Угу. И вот еще, смотри. Вот серая. Пехорка. И еще черная. Вон черная. Смотри, смотри, Ричард вкусняшки достает. Смотри. Алин, что за фирма карамелька? Какая-то, не знаю, такую не знаю. Пробую такую. Угу. Ричард смотрит на бабу Заю, как она ест. А тебе не дают, да, Ричард? Она даже не идет. А тебе не дают? Валенка за лента. Да я видела на ютубе из таких лент корзинки плетут. Да ты что? Плести. Большим крючком. Наверное, вязать можно что-нибудь, да? Ну, большим крючком можно там вот корзинку или плед. Вон что. Ну, на плед, наверное, не хватит одного. Угу. Ну, попробуешь, да, что это. А я сначала думала, это кант для шитья. А потом думаю, широкий нет, наверное, что-то это для вязания. Посмотрим на ютубе уроки. Так, ну что, пап, до самовара доберемся. Мы пытаемся самовар открыть, а здесь столько много, Алин, подарков. Вау. Это он такого такой цвета формы, будет? Как у нас был, да? Ну, немножко другой вот здесь вот подставка. Ну-ка. Ну-ка, ну-ка. Интересно. Интересно, интересно. Что, твои любимые ягодки? А, цветочки? Ну да, я люблю цветочки. Классный. Вау, какой красивый, с золотом. Ручки какие. Смотри, какая. Ой, какой носик красивый, золотой. Обалдеть. Ну что, сейчас уже ночь. Мы его установим, этот самовар. И на канале «Жили-были» сделаем трансляцию. Ночью, сейчас? Нет, не сейчас, сейчас. Нет, сейчас мы уже после рыбалки устали. Мы его соберем, поставим. И завтра или послезавтра сделаем на «Жили-были» трансляцию у самовара. Да, Алин? Так у нас тот был как пластмассовый, а этот как будто... Ну, это тоже пластик. Ну, какой-то жесткий пластик. Да, ну камень. Это другое. Тот у нас вообще как-то был сделан. Там у нас какие-то наклеечки такие простенькие были. А этот прям смотри, так сделан можно богато. Еще заварку вставлять. Это сюда заварной чайник сверху ставить, чтобы он горячий был. Да, я подумала, обалдеть. Так сюда не, этот давай. Намного сделан качественнее, чем вот тот у нас был. Обалдеть. Катюш, спасибо большое за такой подарок. Обалденный подарок. Ну все, девчонки. Будем делать трансляцию на канале «Жили-были». Келли. Келли. Алинка, смотри, еще чай. Обалдеть, как красиво. Теперь мне нужен большой крючок. Большой крючок? А ты, кстати, ты и старый свой крючок погнула. Нам поедем в Леонардо, купим крючки разного размера. Еще 2,25 надо, если будет. Угу. Спрятался, спрятался. Кость свою гложет, спрятался. Ой, как вкусно. Ой, как вкусно. Спасибо, Катюша, скажи. На этом заканчиваю свое видео. Катюш, еще раз огромное спасибо. Зрителей благодарю за просмотр. Всем желаю удачи. С вами была Инесса. Пока-пока. Приятного чаепития. Приятного чаепития. Подписывайтесь на наш канал «Жили-были». Будем делать трансляцию у самовара.